see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Feels like I'm stuck here in time. Их неожиданная встреча на Гаити стала началом большой любви. Молодые свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощнейших ураганов в истории. И отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии. Фильм о силе любви. О сильной и непобедимой женщине, которая, несмотря на трудности и собственный страх, идет вперед. Фильм о реальной душещипательной истории. Сейчас, когда тема феминизма вновь яро обсуждается, драма о жизни Маргарет Кин становится актуальной. Маргарет Кин обладает невероятным талантом художницы. Ее картины оригинальны и незаурядны, вызывают восторг в публике, однако вся слава и деньги проходят мимо нее, прямо в карман ее мужа. Он заявляет, что он автор шедевров. Все потому, что якобы мужчине легче пробиться. Фильм о силе духа, о силе поддержки близких. Даже показывается, что вера в себя является самым главным ключом к успеху. Фильм «Большие глаза». Бескрайний океан, безлюдный пляж, идеальная погода для серфинга в поисках хорошей волны. Нэнси Адамс в свое свободное время от учебы решает посетить этот пляж, о котором говорила ее умершая мать. Казалось бы, ничто не может омрачить ее отпуск, занять любимым делом, кроме как белая акула, которая атакует Нэнси. Единственным спасением является отмель в виде кораллового рифа, но она слишком далеко от земли. Фильм показывает, что крепкая, уверенная в себе женщина может противостоять даже опасному хищнику. Фильм «Отмель».